Всем привет, ребята! Меня зовут Спуди-Дуди-Ду, и мы с красным шариком выполняем челлендж Поэта Лава. Ребят, мы отправились на мрачную фабрику. Если вы не смотрели предыдущие серии, обязательно посмотрите. Мы были возле самого вулкана, ребятки, где земля горела у нас под ногами. А сейчас лава, которая была здесь раньше, она остыла, ребят, и поэтому мы можем тут спокойненько проходить. Ребят, кстати, если вы хотите попасть в мое видео, напишите добрый комментарий и ставьте на это видео лайк. И кстати, если вы хотите получить приветик, найдите мой спрятанный секретик. А мы пока что поехали проходить наши уровни и угадывать, кто же тот самый злодей, который... Ай, что? Куда это мы свалились? В общем, тот злодей, который вулкан пустил прямо на нас. Ух ты, как мы удачно от этого квадрата увернулись. У нас неплохая реакция, я вам скажу, ребят. Так, флажочек, а тут что? А, смотрите, это типа как лифт такой у нас тут. Прикольно. Так, я вижу еще квадратика. А ну-ка, вот так вот мы с ним справились. Ну что ж, поехали дальше. Тут мы видим еще несколько злодеев. Так, а ну-ка сейчас. Конечно, может на нас напасть, но мы вот так вот аккуратненько от него отделаемся. И все, да? Так, ну возьмем пока звездочек наших Ух ты, смотрите, как лазер чуть нас не догнал. Так, флажочек, и вот тут маленький квадрат нас поджидал, да? Ты действительно думал, то, что ты нас поймаешь? Нет, не все так просто. Фух, ребятки, поехали дальше. Так, я вижу тут эту штучку, на которой мы должны разогнаться. Только она почему-то едет в другую сторону, поэтому это будет неудобно. Вот, а здесь у нас это получится сделать. Так, здорово. Ой, ты чего так близко подобрался? Ты взорвать меня захотел? Вот негодяй какой, ребят, представляете? Так, нажмем кнопоньку. Прыгнем вот так вот сюда. И теперь можем быстренько двигаться дальше. Поехали! Так, я вижу тут еще два квадрата подрывника, ребят. Вот они меня могут здорово задеть, поэтому нужно так сейчас аккуратненько. Опля! Так, все, взрывайтесь там без меня. Ой, а тут как нам пробраться? Тут надо быстро! Нас раздавило, ребятки, в блин, и что нам делать теперь? Ну, хорошо, что мы можем все повторить. Вот видите, это всего лишь игра. Так. Давайте побольше разгончика возьмем. Ух, проскочили мы. Еле-еле, кстати, но все-таки проскочили. Так, мне кажется, он что-то задумал. Эй, мистер. Так. Опа. А мы от него удачно отскочили. Так, ну что, давайте поедем туда побыстрее. Опля. Круто, мы справились. Ю-ху. Так, звездочка тут меня сразу ждет. И теперь, мне кажется, придется ехать на этой штуковине, которая будет меня подвозить. Так, спасибо. Так. Мистер Квадрат, а ну-ка получите. Кто это вы тут забыли? Звездочек много не бывает. Что? Это что за ловушка такая-то? Кто ее тут придумал? Эти квадраты опять меня мучают. А с этим лазером что делать? Ой. Тихо, аккуратненько. Ай! Кстати, вовремя мы прыгнули, а то бы нас как задело. И что бы мы тогда с вами делали, ребят, даже не знаю. Так, эти штучки могут меня неплохо-то раздавить. Поэтому как-то... Ух ты, аккуратненько. Ой, ну, кстати, почти запрыгнул, но такое себе. Ух тышка, ну что это было? Текс. Теперь сюда. Есть, здорово! Так,
как бы нам с этим квадратом-то расправиться? Может быть, его вот так вот перепрыгнем? Теперь сюда. И тут тоже все хорошо. Опля. Так. Ого-го. Вот это он мощный попался. Громадный такой. Оп. И мы уже на месте. Ребятки, у нас получилось очень прикольное прохождение. Я надеюсь, оно вам понравилось. И сейчас вы посмотрите еще прикольный видосик. Так, а мы на этом заканчиваем. Спасибо вам за внимание. Радуйтесь и веселитесь. Всем, ребятки, пока. И, конечно же, лайк. Point.
Thank you.